Всем привет! Сегодня я особенно злая, и если у тебя проблемы с нервами, переключайся. Чтобы сразу отпали все вопросы, пожалуйста. Итак, идем дальше. На днях мне встретилась особа, которую, видите ли, оскорбляет слово «расисты» в отношении россиян. Она сказала, что ее как русскую это оскорбляет. Смотря новости и все удары нашей Российской Федерации по территории Украины, единственное, что я могу сказать, как можно не начать ненавидеть? Как? Как можно не начать ненавидеть? А давайте, милые россияне, поставим себя на место украинцев. Если бы, например, у меня случилась бы такая же трагедия, как у них, и что-нибудь бы случилось с моими родными и близкими, я скажу честно, я бы не разбиралась, плохой русский ты или хороший. Для меня виноват был бы весь мир. Весь мир был бы виноват в трагедии, которая произошла в моей семье. И да, скорее всего, я бы не просто сидела и плакала. Мне было бы все равно, кто попадается на моем пути, потому что виноваты были бы все. И как после всего, что делает наша Россия, не начать ненавидеть россиян? Как? Задайте себе этот вопрос.